Здравствуйте, это HardZ.info, и сегодня я вам покажу, как же сделать скриншот на Android. Чтобы сделать скриншот, нам надо одновременно нажать кнопку питания и кнопку уменьшения громкости. Вот, мы сделали скриншот, можем в него зайти, можем тут отредактировать. Можем обрезать. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии.